от синонимов. А у нас выключили свет. Сегодня у нас, девочки, на повестке дня. К нам в гости приехала мама Чоли, красивая. Теперь я мать года 2021, и на мне большая ответственность. А кто к нам пришел? А кто это у нас в гостях? Загадка, Крис, загадка. Да, у Кристины уже есть свои домашние вещи у меня дома. Туника. Да, говорит, давай мне мою тунику. Короче, мы заказали. Я еще в прошлый раз, ты заказала, пока я ехала, сюрприз. Я у тебя список оставила вопросов, мы еще не все разобрали. А, еще есть там что-то было, там. Да, там в таком вот. А, ну продолжение следует. Хорошо. Давай все покушаем, потому что когда на голодный желудок, это... Да, мы, короче, заказали роллы. У нас здесь вкусняшечки будут, потом десертики. У нас огромное количество ролл. Мы съедим все это, как ты думаешь? Я, да. Ну, я знала, что ты мне поможешь. Вот, у нас камин, Дэня убирает. Ой, солнышко, молодец, все убрал. Я смотрю, что ты не доубирал. Да что ж ты за такой... Мальчик такой радостный. Короче, мы кушаем, общаемся сейчас, а потом будем решать вопросы насущные. Конечно, конечно. Ну все. Кристина, кстати, не смогла быть на премии по уважительным причинам. Знаю, что я уважаю твои причины. Да нет, я собиралась. Она собиралась до последнего. Я стала в платье купаться, пошла. А потом меня осеняет, что я что-то там забыла сделать. А это кровь из носа. Да, там оказалось, никак. Оказалось, кровь из носа. Никак. Кровь в нос. Да. Ну, благо, все хорошо, короче, все хорошо. Давай кушать. Привет, сынок. Мы с Кристиной сейчас, девчоночки, придумываем название для второго канала. Для первого бы тоже неплохо. Кристина человек непостоянный. Не, ну подожди, сейчас подумаем, что реально непостоянный. Не, ну в каком-то смысле. Там ничего не видно. Села ножки, расплескалась. Расплескалась, вот синева. Короче, травка, обстрав. У нас идет обстрав. Сейчас, как это называется, штурмовой штурм. Или как? Ну, штурм. Штурм идет. Штурм идет. Мы придумываем название для второго канала. Но для главного, как бы я говорю, верни эту скромняшку, блин. Я ж не скромняшка. Ты еще какая скромняха? Ну, давай скромняху туда вернем. Не скромняшка, а скромняха. Девочки, кто за то, чтобы мы вернули скромняшку? Подожди, сейчас за второй канал. Это один на первом, на главном более-менее, да. Скромняшка, она идет, она по дороге к нам, через сколько будет, неизвестно. Второй канал, сейчас как называется? Ну это какое название? Chili Girl. Chili Girl, вот важно, girl, чтобы было. Не путайте с girl там. Girl. И мы хотим, Кристина точнее хочет поменять название, ей все надоело. Мне все надоело, просто слишком оно такое распространенное словосочетание. Мне бы хотелось что-то более индивидуальное. Индивидуальное и что-то сконцентрированное на ее деятельности. Да, чтобы это такое было... На ее деятельности как человека, который придумывает всякие интересные штуки. Ну, не прям, то есть интересные, неинтересные. Ну, в общем... Ты не прям придумывает, да? Ну что? Ну, использует. Может быть, Эхо Крис. Или вот у нас есть некоторые названия. Вот проголосуйте, пожалуйста. Первое – это декрепитация Крис. Такое вот название. Оно мне очень импонирует. Кристине нравится, например, Космо Аэромет от Крис. Космо Аэромет. Анфлераж. 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 Анфлераж Крис. Да даже можно без Крис в такой ситуации. Да. И тут не надо, девочки, идти сейчас в Википедию и смотреть, что это значит. Это тоже определенный метод, но неважно, чего для чего. А если декреститация или декреститация? Декреститация, обалденно, Кристина. Ну можешь, когда хочешь, смотри, как пошло. Дискредитация, а что бы это значило? Ну, хоть, ну как вот? Как дискриминация. Декреститация, то есть это мой метод. Метод Крис, как бы, но только это одно слово, вот смотри, декрепитация есть, это метод, да? Осуществляющий, это вот один из видов метода, это декрепитация. Вот. От слова декрепитация. Да. Мы просто делаем дескрепитация. Декреститация. То есть убираем крипе и вставляем кристи. Да, но будут все путать с дискрепитацией в конце концов, с дискриминацией. Ты понимаешь?
Мы же уходим от синонимов, которые быстро при. Нам нужно что-то уникальное. Вот уникальное слово я пыталась подобрать. Хотя, смотри, Селена Свей, например, тоже не совсем уникальное. Почему? У тебя Селена Вселена, Селена Свей. Селена Гомес сразу. Нет, подожди, это что, и имя, извините, я не могу уже поменять, если я Кристина, там Крис. То есть Крис, ну, так да, и так да. Селена и останется. Не можешь имя поменять? Может, имя поменяем тебе? Нет, тогда жизнь изменится. На дискрепитацию поменяем тебе. Дискрепитация. А какая еще? А может, жизнь изменится еще в лучшую сторону? А, виброметод. Виброметод. Виброкриз. Виброкриз. Да. Мы сокращаем до минимума. Да. Радио. Вот смотри, радиокип. Радиокриз. Короче, топ-кросс. Топ-кросс-криз. Топ-кросс-криз, да, это тоже у нас был один из вариантов. Такая вот ситуация щепетильная. Топ-кросс. Манера. Ой, устали вообще. Работаем уже полчаса вот это вот мозгуем, штурмуем. Не знаю, что. Персик Крис. Яблоко Крис. Вот так происходит пост канала. Вы, кстати, спрашиваете, как это. Как ты придумала себе имя, девочки? Да я помню, тогда ты придумывала, когда. Вот так я тебе предлагала, но мне тогда что-то так веселиться хотела, а ты серьезно, и такая. А что ты мне предлагала? Ты, я же уже даже и не помню, ну там что-то я уже смеяться потом начала, вот точно так же. А теперь вот, пожалуйста. Селена Свей. Мы там что-то, я не помню, с кем-то. А теперь, пожалуйста, Селена Свей, мать года. Нет. Поздравляю, Селена. Погоди. Вот. Так что, ну, я не знаю, как быть. Что делать? Накидывайте свой вариант. Бо. Бу. Бу. Бу-бу-бу. 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 Ладно, мы, короче, думаем пока еще, да? Надо быстрее. Мы будем думать быстрее, короче. Крис, сейчас... дай. Дай? Крис, давай. Дай Крис. Дай Крис, да. Нет, дай не надо. Вот, в общем, ну что, быстро так, не знаю. Короче, мы еще Барокко подумаем. Может быть. Мы сейчас подумаем еще и вернемся, если будут новые варианты. Спросим. Говори. Я говорю. Может быть, говорю микрокриз? Сразу какая ассоциация, вот микро. Какая? Мне сразу микротрещина. А если макро? На пятках. Макро, ну макро. Это уже нет. Макроме. Да? Сразу макроме. Макроще. Кстати. Все самые лучшие названия. Не знаю. Так, ну что? На самом деле дело очень серьезное. Я не представляю, как выбирать имя для ребенка. Я выбираю его уже. Дискрепитация так запиши. Я же выбираю его вот еще со школы. И до сих пор не могу остановиться, думаю, если девочка, то мне какой-нибудь человек понравится, уже все вот так вот. Прочитаю. Подожди, но есть у тебя какие-то имена, которые вот, ну. Они есть, они каждый день есть. Подожди, ну, которые нравятся на протяжении многих лет. Из мальчиков мне всегда нравился, но меня тоже никто не поддерживает. Кто? Глеб, Герман. Потом я решила Андрей, но Андреев много. Глеб, хорошо, из дома два, Глеб клубничка. Нет, ты видишь, вот ты потом встречаешь людей, которые тебе говорят, что не надо там заводить. А Герман, это откуда вообще? Герман. Просто мне нравится вот имя Герман. Не знаю, причем я одного знала, вот с которым училась, не сказать, что как бы наоборот. Вот я еще хотела встретить еще какого-нибудь Германа, чтобы вот. Ну, мне вот именно, мне кажется, оно такое вот величественное. Хотя я читала, у Германов сложная судьба, знаешь, скажешь, мать, что ты мне судьбу такую вот. Не знаю еще. А девочки? О, девочек все, да? Девочек, кем, я же говорю, начиная с детства, по радио, русское радио, и там каждый день. Именины сегодня у того, именины. Я такая, о, так будут звать, так. Я как-то, помню, лежу, а там именины у Музы, и что-то. Я говорю, о, все, дочку Муза назову. Мама такая, слушай, они вырастят, они тебя потом так намузят. У меня каждый день были новые. Как тебя зовут? Меня зовут Муза. Ну, так, да. Не знаю, что сказать. И как бы сейчас в последнее время мне нравится, я же говорила, Каролина. Хотя мне всю жизнь это имя, мне даже Кристина не нравилась вот свою. А Каролина в последнее время, ну потому что вот я хожу к девочке на ногти, мне она, наверное, нравится, и поэтому как-то она скромная. Да. Может быть, из-за этого Аня Лурак симпатичная тоже, да, она Каролина. То есть ты потом людей узнаешь, и тебе они нравятся по теме, и ты такой думаешь, ага, вот. Хотя изначально там, ну, были одни имена, которые мне нравились. И тех, которые людей с таким именем встречала, у них то ли плохая судьба, то ли они мне не симпатичны.
симпатичный. Прям вот скопление таких людей с таким вот именем. Поэтому девочек точно не знаю. У девочек больше красивых имен. Мальчиков вот Глеб. Ну все, теперь точно опять нет. Сложно тебе. Герман, Гера прикольная. Такая говорит, Гера, вставай. Гера? Сокращенная. Героиныч. Дракон. Слушай, ну так все. Героиныч. Герой. Героиныч. Героиныч. Героиныч, вставай. Героиныч. Ну тогда прикольно, скажет, мама с фантазией была. Или под фантазией. А у нас выключили свет. Я на самом деле так перепугалась, потому что я как раз подключала. У нас все одновременно. Дэнни играл в комнате. Я подключала тройник. Не, у меня пятерник. В этот. Блин, как пахнет свечка это. А это кто пришел? Да это не свечка пахнет. Кристинка, Дэнька. А ты так испугалась. Ну, ты думаешь, я бабочками розовыми? Испугаюсь. Ой, как пахнет. Свечка крутая. Короче, и Денька испугался, что свет выключили. Он не ожидал, в другой комнате был. А я думала, что мало ли, может, он там что-нибудь сделал, что ну, вырубился свет. А оказывается, у нас везде, везде вырубился свет. Я уже испугалась даже. Успела испугаться. И у нас романтика теперь. Да. Ой, если честно, может быть, это я к тебе приехала, перегорела тут все. Блин, а мы даже чай не поставили. Это я вскипела вот так вот за эти дни. Да, я на свечку смотрю и говорю, прикинь. Хочется на свечку смотреть, в свечку. В свечку. Ну ты можешь же зажечь на плите. У тебя есть чайник такой металлический? Есть. Нет, вот. нет. Чай, кружка металлическая. А, ну у нас же газ, точно. Или мы можем продолжать пить свежевыжатый сок. Налить еще? А мы же еще не пили. В смысле? Мы сейчас пили, там была хурма, виноград. Это еда целая. Ну она как еда, да, но они как еда. Это же заменяет еду. Хочется сейчас пить и хочется, потому что мы роллов поели. Ну да. После них вот это вот. Ну давай, чай. Чай хочешь, да? Поставить? А есть у тебя? Только трава. Да, я купила обтравка новую. Обтравка нужна. Классно, обтравка. Красиво как. Пойдем сейчас свечку. Что же делать? Что же делать, Денечки? Время, Крис. Ну блин, 30 час. Еще говорит, посиди, поразбирайся там. В голове своей. Кристина работает в поте лица. Да, в поте лица. Нервы, волосы выпадают от нервов, блин. Вообще, ну все, хватит мне. А что ты такая красивая? Да, Наночка. Вот красивая, не надо. Смотри, как волосы красивые. Это же ты меня укладывала. Да, это еще месяц. Еще моя укладка. Видишь, как держится долго. Объем на голове. Стрижка какая держится. Стрижка крутая. Нормальная стрижка. Многие написали, понравилось. Просто подравнять надо. Че, кстати, за планы у тебя вообще на жизнь? Ну, вкратце. Меня, до понедельника хотя бы сейчас дожить. Вот смотрите, попросила в двух словах, и вот четко дожить до понедельника. Молодец. Завтра попраздновать. Цель поставлена. Цель поставлена. Завтра попраздновать. Два дня эти продержаться. Вы поняли? Празднование планируется серьезное. Два дня продержаться надо. Праздновать два дня. Это один из пунктов завтрашнего дня. Дело? Прям, начало, да? Третьего. Дело. Ты мне до сих пор не накрасила лицо. Смоки айс? Начало третьего, девочки. Все. Это все из-за Кристины. Она работает, а я ей чай ношу. А ты мне песни поешь под боком. Я песни пою. Что за песни? Ази-гуза-гузы-газы. Да. Короче, все, мы уже уйдем укладываться. Денька давно спит, и мы, короче, тоже роллов наелись, и теперь хочется пить. Мы уже два раза роллы поели. Ага. Смотрите, я беременная. Начинается. Не надо. Это, скажи, у нас танцы называются... Давай еще. Как танцы называются? Нет, я сейчас все понимаю. Кристина... Этот, как смертельный трюк. Будет у нас гимнастом воздушным. Кристинка будет его ловить. Без предупреждения. Осторожно, Дэн. Да, Зай, может, хватит, Дэн? Мне кажется, ты хочешь быть диско-суперстар, танцор. Придется купаться. Поехали! Ах ты маленький такой. Этот фильм, это помнишь?
помнишь это? Все, солнышко, хватит. Кристиночки сил уже нет. Тебя лови. Сейчас со стола, еще скажи, попробуй. Мультик, это мультик, фильм черно-белый. Успеем мы добежать до канадской границы? За сколько мы успеем? Не помнишь этот фильм? А-а. Когда они мальчика украли, и у отца хотели выкуп требовать. Беда! А он их так замучил. Воришек, что они его... Заберите его. Беда! А папа пишет им, ну если вы заплатите мне столько-то денег, тогда я его соберу. Близа. Он такой там... Поехали! Да что это за мальчик такой спортсмен? Все, зайчик, хватит. Так, побежала я, гоу. Убегает. Кристина, убегает. Лови ее, лови! Вот так у нас весело с утра, короче. Все, Кристина, давай, иди домой, мой голову, дверь не закрывай, сейчас краситься приду. Не надо, солнышко. Краситься приду, сегодня у нас большие какие-то планы, там то все сделать, выйти из дома. Сейчас еду нам должны привезти, я заказала сегодня еду на всех. Вот, и сегодня пораньше доставляется, у них сегодня нет двух комплексных обедов, один комплексный, но в одном пюре, в другом макарошки. Я нам заказала с пюре, суп с фрикадельками, там пюре куриное, какая-то отбивная, что ли, свекольник, вот. А Деньки с макаронами то же самое заказала. Так что мы ждем еду, потихоньку пьем кофе. Вот Кристинка пошла купаться, я пошла краситься, готовиться. Сегодня у нас, девочки, на повестке дня супчик с фрикадельками. Денька чуть фрикадельки поел, и все, макароны сидит, кушает. Крестюшек... Так, а что у нас тут свекольник? И мы с Кристиной вот пюре заказали с куриной котлеткой, а Деньке макароны с куриной котлеткой. Вкусно? Да, очень, спасибо. Приятно. Спасибо. Смотрите, вот так вот сделала. Конечно, это не для Range Rover панельки, выглядит немножечко так... Но это удобно, короче, это удобно. А мы с Денечкой наконец-таки вышли из дома. Кристина поехала к косметологу. Вот, а мы сейчас должны отдать пылесос, робот-пылесос девушке из Ростова. Какой робот-пылесос? Она как раз-таки вот его приобрела для того, чтобы проверить, нужен ли вообще ей, будет удобно им, как бы будет ли она им пользоваться. И ей как раз для проверки как раз-таки вот нужен такой какой-то бюджетный вариант, чтобы потом уже, если понравится, то она возьмет хороший, дорогой пылесос. Вот. А она живет, кстати, недалеко от меня, соседи мои. Вот, и сейчас мы с ней встретимся, на улице дождь. Мне еще нужно заехать в Фаберлик, мне нужно заехать на Вайлдберрис, на Озон. Куча посылок всяких разных пришло. И я думаю, что, наверное, мы еще за Кристиной заедем. Хотя сейчас время, она уже, наверное, освободилась. Она в 3 часа как бы там освободилась. Но все равно где-нибудь в центре мы ее точно заберем, я думаю. Вот. Что надо уже быстрее направляться. Больше всего людей интересует то, что их совершенно не касается. Русское радио. Я обожаю эти высказывания иногда в такую точку просто хохочу. Ну реально же, так и есть. Ой, в каждой шутке есть доля шутки. Короче, мы едем за Кристинкой. Хочу покушать, перекусить, куда-нибудь заехать. И, наверное, в торговый центр «Горизонт» поедем. Цвет волос окрашен. То есть вот так вот... Люди, большинство, то, что ты говоришь, ты они видят, получается так. Ну что, моя хорошая, я забрала Крестюшечку, мы сейчас кушаем Макдональдс, естественно, как мать года, я не могу позволить теперь своему ребенку съесть что-то из Макдональдса. Почему теперь? А до этого что, позволяла? Нет. Ну вот что-то. Нет, до этого мы по чуть-чуть ели, но теперь я мать года, 2021, и на мне большая ответственность. Какой Макдональдс? Даже будет, если плакать. Так вы хорошо, что он спит. И нервничать. Сейчас я спишу. Не дам. Я скажу, нельзя, сына. Я мать года. Это большая ответственность. Ты представляешь, у меня кубок мой заберут. Оскаром моего заберут. Как корону, знаешь, когда не выполняешь эти условия. Как думаешь, он меня поймет? Ну, видишь, поэтому он пусть спит пока. Главное, чтобы аромат он не почувствовал, а не проснулся. Нельзя смеяться над детьми.
Мы не над детьми смеемся вообще-то. А на досках? Мы смеемся над теми людьми, кто говорит, что я недостойная мать года. Потому что кормлю ребенка. Исключительно? Исключительно. Макдональдсом. Я должна быть. Офигеть, когда там начали? Я, скажи, подожди секундочку. Угу. Меня Макдональдс должен был номинировать, как Мальвова. Да, написать. Напиши. Ну, то от себя как-то неудобно. Я ничего не хочу сказать, но я хочу вам сказать, что есть человек, мать года, которая должна получить у вас приз. Да. Годовой абонемент. Макдональдс. 10 килограмм бургеров. Картошки. Фри. Уже готовый. И 10 килограмм соуса. Да. Надо им попробовать. Так что я исправляюсь. Как бы вы понимаете, да? Если что, я скажу: сынок, обращайся к девочкам. Короче, мы кушаем, пока ребенок спит. Надо быстро кушать. К нам в гости приехала мама Чоли, красивая. Накрашенная, волосы покрашены, укладочка. Не то, что я. Ну, ты... Я ж просто рано просыпаюсь. Я проснулась, как всегда, да, в 5-6 просыпаюсь. И давай красоту надеть. И кофточка новая. Да, красиво. Вот, голубой цвет. Ты будешь ходить, да. Ага. Вот я ж тебе вот и пришла. Вся в иголочках, да. Молодец, красоточка. У меня по низам там еще маечка такая. Модная тоже. Красотка. Ты стала на фоне фиксиков просто. Ну, это если жарко будет, я вот сниму. Молодец, красота. Ну, в общем, я красивая выгляжу. Да, ты молодец. Я подготовилась? Да, ты не зря все сделала. Все нужно. Пришла с полным пакетом. Деньки тут вкусняшек всяких разных принесла. Фрукты и всякие йогурты, и соки его любимые. Короче, сейчас разберем. Будет кушать. Ой, груши, 100 лет груш не было. Спасибо, мама Чоли. Кушайте на здоровье. В общем, крошечки мои, все ушли. Мама Чоли ушла. Кристина уехала. Такие дела. Все поехали по делам делать свои дела, короче. Я сижу для вас, монтирую видео, просто смеялась сейчас на моменте, где мы с Кристинкой в машине кушали, хохотала. Ну, блин, весело, блин, прикольно. Весело, прикольно. Сегодня воскресенье, и я хочу это видео, наверное, вам сейчас выпустить. Вот, поэтому сейчас хочу доснять конец, попрощаться с вами. Впереди будет конкурс. В следующем видео уже будет конкурс. Смотрите, участвуйте. Будут новые условия, потому что, ну, есть моменты, по каким я там все в видео расскажу. Вот. Ну и все. Я тогда с вами прощаюсь. Такой мини-вложик для вас сегодня. Ждите конкурса. Люблю вас, целую. И вообще много видео впереди новых. Я вот, наверное, уже начну их снимать. Все, люблю вас, целую. Всем пока-пока.